Как правильно выставлять ноги на подножках? Вот так, да? Вот две причины не ставить так ноги на подножки. Первая причина – даже при небольшом угле наклона мотоцикла вы можете зацепиться носком об асфальт. Это может дестабилизировать мотоцикл и просто напугать вас. А если вы будете без мотоботинок, то и привести к травме. Вторая причина – при таком расположении стоп достаточно трудно перемещаться на мотоцикле. А как вы уже знаете, работа корпусом в повороте очень важна. Итак, как же правильно располагать ноги на подножках? Есть два основных способа, как это можно сделать максимально правильно и безопасно. Первый способ – это когда вы опираетесь на подушечки своих пальцев. Это позволит вам легко перемещаться на мотоцикле. Когда вы свешиваетесь на мотоцикле в повороте, вам следует развернуть внутреннюю ногу вот так. Второй способ – это подвинуть ногу немножко вперед. И тогда, когда вы будете свешиваться в повороте, вам следует наклонить ногу вот так. С расположением внутренней ноги в повороте мы разобрались. А что же делать с внешней ногой? Самое главное, вы должны расположить ногу так, чтобы было удобно упереться коленом в бак и удерживать себя на мотоцикле. Кто-то ставит ногу на носок и прижимает мотоцикл пяткой, кто-то ставит ногу под пятку и прижимает мотоцикл голенью. Но главное помнить, что если вы ставите ногу под пятку, то перед поворотом в другую сторону вам нужно будет ее переставить, чтобы не зацепиться носком об асфальт.